У нас есть трудяга принтер, у которого засорился подающий бумагу ролик. Вот этот ролик. Что нам может понадобиться из этих инструментов? Да ничего, все сделаем своими руками. Включаем принтер в розетку. Включаем кнопку питания. Нажимаем кнопку «Пуск» и держим ее, отпускаем. Ловим валик в таком положении при помощи выключения кнопки питания. Открываем крышку, достаем картридж. Нажимаем на вот эти шпенечки, отжимая их вперед. А указательным пальцем зацепляем валик и оттягиваем его вперед. Ставим обратно картридж, закрываем крышку, включаем питание. Выключаем питание. Снова открываем крышку и достаем картридж. Теперь просто оттягиваем валик, и он у нас в руках. Так он выглядит. Если вы заказали эту деталь и она еще не пришла, вы можете продлить ей жизнь. Для этого эту резинку прокручиваем. Выполняем все в обратном порядке. Защелкнулся валик. Защелкнулся картридж. Закрылась крышка. Вставляем в лоток чистый лист бумаги. Нажимаем кнопочку Power. Прошел тест. Вал нагрелся. Нажимаем кнопку «Пуск» и держим ее, отпускаем. Бумага ушла. Бумага пришла. Мы с вами починили принтер. И ждем прихода нового вала. Если понравилось вам это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, ребят!